5 октября Верхнеуральская детская школа искусств отметила День учителя и День музыки. Юные музыканты играли на фортепиано, балалайке, гитаре, удивляли вокальными номерами. Особая творческая атмосфера в школе искусств помогает ребятам реализовать себя в музыке и живописи. Педагоги ценят каждого ученика. На концерте все воспитанники от души поблагодарили учителей за терпение и полученные знания.